Программа бесплатной установки газовых счетчиков в домах, оборудованных колонками и системами отопления, подходит к концу. В 2009 году она прекращает свою работу. За это время возможностью установить у себя приборы учета газа воспользовалось более 30 тысяч жителей Запорожской области. И сегодня шанс получить счетчик бесплатно имеет каждый желающий, даже те, кто ранее отказался от этого из-за необходимости оплаты дополнительных услуг. «Нефтегаз» выделил дополнительное финансирование на программу. Теперь незначительные ошибки, допущенные ранее при установке газового оборудования в доме, специалисты Горгаза устранят безвозмездно. То есть сейчас появилась возможность все это выполнить за счет средств программы. Если раньше мы это предлагали жильцам оплатить как дополнительную услугу, естественно, многие из них отказывались. Тем более, когда это касалось малоимущих слоев населения и так далее. Поэтому сейчас, имея такую возможность, мы приглашаем всех тех, у которых такие нарушения выявлены, сделать это за счет государственной программы, тем самым обезопасить себя и установить прибор учета газа. То, что бесплатность установки газового счетчика в квартире или доме относительно, в Запорожгазе не скрывают. Но подчеркивают, что оплата берется только за особые пожелания потребителей. Если это будут те нарушения, которые допущены каким-то там образом, это бесплатно. Но если люди будут изъявлять нам свое желание, что я просто хочу что-то сделать дополнительно, или хочу вот эту трубу с этой стенки перенести на другую стенку, то это и остается услугой платной. В Запорожской области программа по бесплатному оборудованию газовыми счетчиками реализована процентов на 70. И в Запорожгазе советуют всем, кто не воспользовался этим шансом, поторопиться. Установка прибора учета, по словам специалистов, позволяет экономить до 30% на оплате газа. А ведь с 1 сентября счета за газ вырастут существенно. Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики уже приняла решение с 1 сентября на 20% поднять стоимость газа. И как в дальнейшем, говорят, это будет повышаться каждый квартал. Поэтому, естественно, это будет еще более дорогой газ, чем он есть сейчас. Ну, естественно, наверное, его лучше учитывать по счетчику, чем по норме. Если у вас до сих пор нет газового счетчика, Запорожгаз придет к вам, говорит Сергей Морозов. Тем более, что есть постановление Кабмина, которое требует учитывать газ только счетчиками. И если счетчик не установить в рамках программы бесплатно, затем за эту процедуру придется выложить более 1000 гривен.